Всем привет! Многие пользователи компьютера рано или поздно задаются целью, как сменить IP. Многим это нужно по разным причинам. Может, кто-то хочет обойти какие-то ограничения в играх или зайти на сайт, который у нас в России не разрешен. Я смотрела много видео и много читала в интернете. Люди советуют загружать специальные браузеры. Но для тех, кто хочет сменить IP, чтобы пользоваться различными играми, смена IP в браузере не совсем подходит. Сейчас я расскажу, чем пользуюсь я. Это небольшая программка TunnelBear. Ею пользоваться довольно-таки легко. Вот заходим в наш браузер и просто набираем TunnelBear. Так, вот тут. Ну вот у меня уже выскакивает вот этот сайт. Вот. Тут, правда, написано по-английски, но ничего сложного нет. Нажимаете вот здесь. И выбираете, куда вы хотите скачать. Вот Windows. Ну вот, уже у меня вышло. Нажимаете «Сохранить». А, я не буду нажимать, потому что у меня эта программа есть. Как ею пользоваться? После того, как вы установили эту программку, заходите на нее. Вот, и выбираете страну, какая вам больше по душе. Можно выбрать просто ближайший туннель, ну или по странам. Вот США, Великобритания, Канада, ну и так далее. Здесь имеется ограничение, я не помню сколько, по-моему, 500 мегабайт на месяц, но если вы сделаете твит, то вам дадут бесплатно 1 гигабайт еще дополнительно. Лично для меня это достаточно. Им легко пользоваться. Вот так включаете, просто поворачиваете на он, и он соединяется. Иногда соединение происходит прямо в считанные секунды, иногда нужно подождать минуты 2-3. После пользования им не забудьте отключить, чтобы ваши мегабайты не уходили зря. Но вот иногда он вот так вот и щелкает, и сам отключается, просто подключаете снова, и все. Я считаю, что это очень удобная программка и всем рекомендую. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.